Всем привет! Это мотор от стиральной машины Bosch, модель Max 5. Я думаю, он используется также и в других моделях. Похожий мотор. Мотор довольно тяжеленький, увесистый. И на колодке здесь используется вот 8 контактов есть. Не так просто понять, куда идут эти контакты, за что отвечают. Поэтому сейчас покажу, как его проверить. Как подключить к 220, покажу вам схему этого мотора. Итак, вот есть схема к данной машинке. Вот колодка, 8 контактов. И сразу обратите внимание, 8 не используется. Но его, если и прозвонить со всеми контактами, он не прозванивается, он свободный. Ну и начнем с первого. Смотрите, здесь вот статорная обмотка, второй, третий контакт, вот это пунктиром первый контакт, это тоже обмотка статорная, она используется в некоторых моделях на переключение, ну, более скоростного режима. Здесь отдельно реле ставится. Таким вот образом, в основном вот второй и третий это статорная обмотка, дальше четвертый и пятый контакты это щетки через термопредохранитель. И шестое и седьмое это таходатчик. Ну и по сути нам нужны второй, третий, четвертый, пятый контакты. Давайте сейчас посмотрим, как этот мотор будет работать. Для начала, чтобы определить, откуда начинается первый контакт, смотрите, здесь на колодке, вот так, если посмотреть, здесь есть нумерация. Вот первый. И до 8. Значит, вот он у нас первый. Ну, здесь я уже пометил себе. Вот таким вот образом. Давайте его перевернем, чтобы было слева направо у нас. Итак, давайте прозвоним. Убедимся, что так и есть, как по схеме нарисовано. Вот этот 8. Прозваниваем со всеми контактами. Видите, он свободный, он не используется. Дальше берем вот эти. Седьмой. И шестой и седьмой. Так, вот он. 23,5 Ом. Это таходатчик. Сейчас я зафиксирую. И проверяем. Сопротивление меняется. Это у нас таходатчик. Теперь вот это 4 и 5, это у нас щетки. Давайте мы их прозвоним прозвонкой. Для этого нам нужно отсоединить одну щетку, снять ее. Так. И вот эту щетку нижнюю тоже мы снимем. Сам контакт достаточно будет. Так, и прозваниваем. Раз, два, три, четыре. Видите, нижняя. Так, и получается, ни с каким другим у нас больше он не контактирует. И пятый вот контакт. Это вот она щетка. Ну и также она больше ни с каким контактом не прозванивается. Это у нас щетки, так и есть. Ставим щетку обратно. Соединяем контакты. И остается статорная обмотка. Второй и третий. Вот он контакт. Около 2 Ом. Если взять первый, третий, 1 Ом. Первый, второй. 1,4. Все, давайте теперь подключим. Так, берем перемычку. И нам нужно одну статорную обмотку. Берем третий контакт. Замыкаем с щеточным. Четвертый контакт, это у нас щетка.
И теперь берем питание 220 на второй контакт и на второй щеточный. Это у нас пятый. Все, подсоединили. Теперь мы его поставим аккуратно и подключим. Ну вот таким образом подключается этот мотор. Так что кому понравилось, ставьте лайк. Пока-пока.